провел неплохую встречу с Енисеем у себя дома на Кубок России, но выходит на Пикатоа. Да, на земле, конечно, рагбисты Славы борются как в последний раз. И опять Апикатова с мячом. Скабиола захватывает. Славе не привыкает защищаться, но сегодня, по крайней мере, по сравнению с матчем с ВВА, они хоть попытка. Да. Попытка, и Георгий Пруидзе у нас открывает счет своим попыткам. 22-я в чемпионате минута. России, да, ему понадобилось всего лишь 22 минуты. Убежать прямо вот в центр зачетного поля. Антон Рябов, уверенная реализация. Разыгрывает быстро Яр этот штрафной. Гресев и попытка, да. Да, попытка. Как в детской юношеской школе вот в соревнованиях. Быстрый розыгрыш, славяне не были готовы. Гресев молодец, был очень длительный отрезок в защите у игроков Славы ЦСП. И Антон Рябов готовится исполнить, скажем так, сложную реализацию. Предыдущая была у него совсем уж простая. Четко по центру. Да, проходит мяч четко между стоек. И игра вперед, и обоюдный брак, и вне игры. Да. Вне игры после игры вперед. Совсем Слава расклеилась. Да, быстрый розыгрыш. Славяне еще пытаются вернуться. Дорофеев уже близко зачетное поле. И как по проспекту он туда забегает. И реализовывает такой вот момент. Совсем уж ноги встали у рагбистов Славы ЦСП. Мяч в аут, но Пшеничных зачем-то его решил подобрать. Совершенно непонятно. Рябов, точная реализация. 21-0. Да, мне кажется, не восстановили после ВВА рагбисты Славы. Просто весь матч провести в защите — это очень тяжело. Сейчас вот уверенное продвижение молом у рагбистов попытка Красного будет, Яра, наверное, да, и они просто въезжают в зачетное поле. Кто это? И Куликов засчитывает ее. Цнабиладзе, скорее всего. Вернулся на поле. Видимо, было какое-то повреждение и была замена по травме. Либо Мишечкин уже спустя 2 минуты получил Мишечкин повреждение. Получил... Гресев как по проспекту проходит 50 метров. Скидывает на Худякова. Неплохо сохраняют мяч рагбисты Красного Яра. Фука-фука выводит на Малугурадзе. Ой, я совсем забыл, что у Красного Яра поле, целый по-моему. Ряд замен был. И Пруидзе второй раз прибегает в зачетное поле. Слава совсем развалилась. Антон, надо разобраться нам, кто вышел у Красного Яра. Просто огромный. Малугурадзе, по всей видимости, вышел вместо Апикатоа. Ягудин меняет Дорофеева. Славяне. Кровь из носа, им надо забрать этот мяч. Да, Сминка его забирает в воздухе. Неплохо формирует мол рагбисты Славы ЦСП. И Вавилин прям в зачетное поле после скола приземляет игровой снаряд. Молодец, Никита Вавилин. Здесь зачетное поле. Малугурадзе входит в линию игроков в красно-желтой форме. Защищается Слава пока. Да, медленный мяч. И опять Красный Яр будет пытаться как-то обработать защиту Славы ЦСП для того, чтобы получить преимущество в длинной стороне. Гресев с мячом. Ну да, будет дальше. Они сейчас бить нападающими. Это видно по Первому каналу. И кто это у нас? Это Ягудин, но мне кажется, тут могут быть вопросы. К этому эпизоду могут быть вопросы. Фука-фука хитрый игрок, но... Рябов подходит к мячу. Я думаю, реализация будет простой для нее. Да. Снова Яра. Кондаков ведет мяч в игру. Хороший коридор. Ну, вот эта вот передача немного, конечно, была неточная и замедлила продвижение рагбистов Красного Яра в первой фазе. Малугурадзе устоял на ногах. Лаша раскидывает всех людей в красно-желтой форме. Там
полкоманды вне игры у Славы ЦСП. Играют преимущество регбисты Красного Яра. Ильин. Вот здесь вот проходной двор. Голосницкий? Да нет, это Виктор Архип. Это Архип так убегает? Ну, конечно. Ого. Я помню, пару лет назад он как-то вышел на краю в матче с Енисеем СТМ. 45-5. Вот это Архип. Хорош. Да. Хорош. Ничего не скажешь. 45-5. Красный Яр продолжает громить Славу. И уже счет, конечно, совсем неприличный. Даже Енисей выиграл меньше. С меньшей разницей очков здесь, на стадионе «Слава», 17 мая, 45-10.